Всем привет, ребята, с вами я, Нюбик в Майнкрафте, и, в общем-то, сегодня я продолжу выживать в этом мире, где мы все время спасаемся от каких-то цунами странных, вот. Как вы помните, в прошлой серии мы сражались с цунами из огурцов, но, к счастью, оно ушло, и я этому очень сильно рад, поэтому что ж, давайте я вам расскажу про моих коров, я их наконец-то нашел, вот моя вторая корова, которую я нашел в прошлой серии, да, привет, корова, привет, я тебя очень рад видеть, и поэтому теперь я могу спокойненько брать ведро, наполнять его молочком вкусненьким и пить его. Так, давайте выпьем. О, да, отличненько. Давайте положим на место это ведерочко. И сейчас я вам расскажу немножко про мой дом, потому что, как вы видите, он стал намного круче. Я его сделал из камня, потому что, как мне кажется, камень он очень крепкий, и эти дурацкие цунами не смогут его просто так сломать. Вот. Также я в этом домике установил второй этаж. Сейчас я поднимусь. И, в общем-то, зачем я его установил, вам, наверное, интересно. Интересно, а я его установил для того, чтобы я мог во все стороны смотреть, и если вдруг я увижу какое-то странное цунами, то я буду к нему готов, и в принципе вот, поэтому что ж, сейчас я хочу заняться тем, что буду выращивать деревья, потому что у меня как-то тут очень просторно, и поэтому я хочу посадить вот эту вот березку прямо сюда, а ну кокосная мука, ой, дурацкое дерево, ты чё меня ударила, я всего лишь тебя хотел вырастить, а ты взяла и ударила, ну ладно, ладно, а вдруг другое дерево, в принципе, я хочу посадить около моих коровок, чтобы у них был тенек и им было комфортно жить. Поэтому так, сажаем. Ай, и это дерево меня тоже ударило. Какие-то вы злые деревья вообще. На тебе, получай, все. В общем-то, что ж, ребята, также сегодня, знаете, что я хочу сделать? Я хочу сделать крутой воздушный шар. Да, я уже начал его строительство, вот так он выглядит. Это у меня получается такая корзинка, в которой я буду летать. И поэтому мне осталось совсем немножечко его доделать, а именно установить вот эти вот воздушные шарики вот там вот наверху, чтобы он уже смог полететь. И, в принципе, все. Сейчас я возьму земельку, чтобы подняться наверх. Так, закрываем и поднимаемся. Так, надеюсь, вот этого вот количества воздушных шариков мне хватит, чтобы, в общем-то, мой корабль полетел. Так, давайте вот такими вот аккуратненькими движениями устанавливаем эти все шарики. Так, и еще немножечко, в принципе. Раз, два, три. И нужно, наверное, вот так вот поднять, чтобы их было прям вообще очень много, чтобы он вообще очень круто летал. Я на самом деле не знаю вообще, будет ли он летать, потому что я вот посмотрел в интернете, что есть такие вот воздушные шарики, и сегодня мы его протестируем. Так, последний блок ставим, и, в принципе, все, ребята, отличненько, мы с вами построили очень крутой, так сказать, воздушный шар. Сейчас мы его, конечно же, протестируем. Так, ломаем вот эту земельку, потому что она как-то не смотрится, хотя, знаете что, не, это очень красиво будет, если я вместо вот этих вот досок поставлю земельку, да, ребята? Вы со мной согласны? В принципе, так, раз, а потом два, отличненько, все. Давайте, в общем-то, заходим сюда и уже будем тестировать наш корабль. Так, создаем корабль и управляем им. Так, смотрите, что-то я вроде как начинаю куда-то ехать, но я не начинаю лететь. Это как-то странно. Эй, слышишь, ты воздушный шар, почему я не лечу? Блин, может быть, надо на какую-нибудь кнопку нажать? А ну-ка. Так, я что-то нажал. О, я полетел, ребята, смотрите, я реально лечу. Моя тактика сработала, мой летающий корабль работает, и это круто. Отлично, ну что ж, сейчас я его где-нибудь припаркую. Нужно для начала только как-то снизиться, а я не знаю, как ниже сделать его. Блин, ребята, пипец, я походу здесь застрял. О нет, что же делать-то? Так, ну ладно, я нажму на shift и... Ой! Я лечу на парашюте, ха-ха, прикольно, вот это да, это было как-то странно, но в то же время очень прикольно. Эй, ты куда полетел-то, корабль, а ну-ка стоять, нужно залезть и заглушить мотор. Так, а ну-ка, что-то не работает, ребята, что такое-то, да, блин, ничего у меня не получается. Так, еще надо попыточку, опа, о, все, наконец-то, я его поставил на место, и, в принципе, что ж, смотрите, солнце уже заходит, сейчас будет ночь, и знаете, что я вам предлагаю, я хочу переждать эту ночь у себя в доме, потому что мало ли меня какие-нибудь злые монстры убьют, поэтому что ж, увидимся мы с вами уже утром. О, ребята, отлично, уже настал новый день, в принципе, пойдемте выйдем на улицу. Это что за книжка? Она валялась
появилась около вот этого вот места, и я ее как-то подобрал. А ну-ка, тут написано: на тебя надвигается цунами из зомби. Это как это понять? Цунами из зомби, серьезно? Офигеть, а как это? Как это возможно вообще? Смотрите, я его уже вижу, оно подбирается потихоньку ко мне. Блин, а что делать-то? Я даже не был готов к этому цунами. Я только проснулся, только настал новый день, а тут уже такие новости. Пипец, ребята, а что мне теперь делать-то? Вот цветочек. Ну ладно, что ж, тогда нужно как-то спасать моих коров. У меня появилась очень крутая идея, сейчас я вас свяжу коровой, так, и вы, в общем-то, полетите со мной высоко-высоко, и мы с вами там будем переждать этот цунами, так, сейчас, ой, вы не можете выбраться из этой, в общем-то, заборчика, ладно, давайте я его вам сломаю, так, выходите, коровы, и побежали за мной, побежали, так, я, в общем-то, нажимаю управлять кораблем, и мы с вами уже полетим сейчас, так, вы готовы, коровы, а ну-ка, как там, вы нормально летите со мной, да, ребята, отлично, коровы вместе со мной полетели, сейчас-то. Офигеть, какое оно огромное. Я-то думал, что оно поменьше будет, а оно, опять же таки, гигантское просто. Пипец. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас я поднимусь выше этого цунами и, в общем-то, буду что-то думать, что мне делать, потому что я что-то вообще не понимаю, что я смогу сделать против этого гигантского цунами. Ну, хотя бы мой дом выживет, потому что, как-никак, он состоит из камня. И, в принципе, так, все, вроде как я поднялся выше этого цунами. Думаю, больше подниматься не стоит, поэтому сейчас я, в общем-то, вот так вот сюда вот поставлю мой корабль. И где там вы, коровы? Вы где? Ага, вот вы где. А ну-ка, давайте ко мне быстрее. Ну же, давайте, подпрыгивайте. Опа! Это... Как это получилось, ребята? Блин, корова умерла одна. А где вторая корова? Она то... Что, тоже умерла? О, привет, корова. Как ты здесь оказалась? Ты осталась у меня одна. Пипец. И что ты танцуешь? Ты думаешь, это самое лучшее время для танцев? По-моему, это не самое лучшее время для танцев. Блин, и что нам теперь делать, корова? Мы остались вдвоем теперь. Ну ладно, давай тогда я сейчас расширю наш остров. И знаете что, ребята, я придумал. А давай, корова, мы построим прямо в воздухе дом и будем тут жить. И тогда-то цунами нас точно не смогут, в общем-то, догнать и сломать наши дома, и вообще мы даже не будем париться насчет этих дурацких цунами, потому что реально, смотри, как у меня крутая идея появилась. Сейчас-то мы построим этот крутой дом в воздухе, и, в принципе, мне кажется, это будет вообще круто. В общем-то, что ж, давайте строим вот такой вот домик, только у меня блоков не хватает. Ну ладно, ничего страшного, сейчас, в общем-то, раскопаю вот этот блок, пройду обратно на корабль, и, наверное, сейчас нужно будет спуститься быстренько за всеми ресурсами, которые у меня лежат вот в том домике, поэтому так. Иди сюда. О, блин, ребята, я упал в самый низ. О, нет, корова, ты там держись, я к тебе обязательно сейчас приду, но для начала я захвачу все свои вещи. Так, так, значит, берем вот это, даже у меня костная мука есть, отличненько. В этом сундуке у меня ничего. Блин, вы только посмотрите, эти зомби, короче, моргают. То есть они закрывают глаза и открывают их. Это вообще очень страшно выглядит. Так, ладно, что у нас тут? Ведра я с собой тоже возьму. Блин, жалко, я с собой дерево не могу взять, но... Ну, хотя я могу выбить росток и посадить дерево уже прям там. У меня будет целый мир в воздухе. Поэтому, ребята, вот это у меня, конечно, идея возникла. Реально очень крутая. Сейчас-то я возьму как можно больше саженцев. Ребята, они не хотят появляться. Ну, пожалуйста, ну дай ты мне саженец, один дурацкое дерево. Я тебя, чё, многое, что ли, прошу? О, спасибо, спасибо. Все, теперь у меня даже 2 саженца. Отлично. И что ж, сейчас нам нужно как можно быстрее, в общем-то, подниматься наверх. Блин, надеюсь, у меня будет... Блоков хватит, потому что у меня их не особо много, а цунами-то оно уже очень близко, ребята. Так, в общем-то, что ж, сейчас мы встанем как-то вот так, и, в принципе, что ж, давайте быстрее строиться, пока нас цунами не смыло нафиг. Так, раз, два, три. Блин, мне, конечно, очень жалко нашу вторую корову, потому что у них у обоих было вкусное молоко, но теперь у меня осталась только одна. Это очень плохо. Ой-ой-ой, цунами уже близко, быстрее поднимаемся. Так, осторожненько. Ну ладно, мы, в общем-то, выживем хотя бы с одной коровой, я думаю. И потом я обзаведусь новой коровой. Или, может быть, я кого-нибудь другого смогу найти. Ну да ладно, так. Все, отлично, я уже поднялся. Теперь вот так вот осторожненько строимся к моему кораблю.
прыгаем сюда. Опа! О, все, наконец-то я здесь. Цунами, в принципе, меня не затопит, потому что я выше него, да, корова? И что ж, что нам теперь делать-то с тобой? Давай я тебя привяжу на всякий случай, чтобы ты уже точно, короче, не смогла никуда уйти и не смогла также умереть. Вот сюда я тебя привяжу, поэтому все, стой тут. А сейчас я попью молочка, потому что, блин, я так расстроился, что у меня осталась одна корова. Оп, раз молочко и два молочка. Отличненько. Так, и, в принципе, давайте прямо у себя вот здесь посадим дерево. Так, раз, два, три, и прям вот здесь. Отличненько, ребята, теперь вырастай. О, нифига себе, какое крутое у меня теперь дерево есть. Дурацкое цунами. Ха-ха, ты мне ничего не сможешь сделать. Так, в общем-то, что ж, ребята, корова у меня здесь, на месте. Молодец, корова, будь тут. А я, в принципе, чем-то, наверное, займусь, только я не знаю чем. Например, а давайте полетаем, реально, мне что-то захотелось полетать. Потом, в общем-то, когда я, в общем-то, налетаю... Стойте, а корова где? Корова, ты куда улетела? Я что-то не понял, ребята, она куда-то пропала. Неужели я потерял двух своих любимых коров? А ну-ка так, разворачиваемся. И сейчас нужно будет быстренько посмотреть, где моя вторая корова. Так, вылетаем отсюда вон, я вижу ее, ребята, я вижу свою корову. Давайте, в общем-то, снижаться. Так, снижаемся сейчас, я ее возьму обратно к себе. Быстрее, быстрее. Ой, я выпал, ребята, пипец. Я сейчас лечу, короче, на парашюте. Ну ладно, хорошо, что мой корабль тоже упал. В принципе, так, давайте вот сюда вот выйдем. И корова, блин, давай быстрее, сейчас я тебя спасу. Только у меня нету поводка. Ну ладно, я сейчас тебя затолкаю тогда, наверное, домой. Потому что поводка-то у меня нету. Я... О, поводок появился, отлично. Ну тогда все, наверное, тогда мы опять отправимся на мой, в общем-то, остров, который находится вот... А, кстати, где он? Ребята, а где мой остров? Походу, это цунами смыло мой остров. Офигеть, я его так долго строил, и я реально надеялся, что я смогу выжить, в общем-то, там вот в небе, в небесах, так сказать. Но, походу, у меня ничего не получится. Ну ладно, сейчас я взлечу, и мы посмотрим, что там случилось. Так, нажимаем вот эту кнопку, чтобы я полетел. И, в принципе, так, корова, ты за мной? Да. Отличненько, поднимаемся, ребята, поднимаемся. Только нас сейчас это дурацкое цунами затопит. Надо быстрее разворачиваться. Так, осторожненько, осторожненько, и еще немножко, хотя, в принципе, у меня шар очень умный, и он отлетает от этого цунами как можно дальше, и, в принципе, это очень хорошо. Так, так, я еще немножечко и поднимусь, и три блока, ребята, три блока. О, я уже вижу дерево мое, мой остров выжил, офигеть, я-то думал, что ему пипец будет, а он, оказывается, живой, и, в принципе, с ним ничего не случилось. Отлично, ребята, ну все, тогда-то я буду жить прямо здесь. Так, вот сейчас поставлю только блоки, чтобы подняться. Отлично, ребята. Ну что ж, так, корова, в принципе, недалеко от меня. На этом я уже буду заканчивать. Если вам понравилась эта серия, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ну и, в принципе, все. С вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока! Ой, блин, я упал в цунами, дурацкое. Что мне теперь делать-то?